SRAM X3, 8 лет, работает отлично. Люблю SRAM-ы, они очень качественно сделаны и работают очень хорошо. У них лучше натяжение тросика, четче работа, мощнее пружина, чем у Shimano. Они меньше люфтят, то есть несмотря на то, что полностью пластиковый корпус, они люфтят меньше, чем шимановские через год. Но проблема вот здесь вот, ну, смотрите, винтик, да, коротенький. То есть винт короче шимановского в два раза. А вот эта часть, она пластмассовая, этого X3. Видите, как раздербанивает основание. И здесь заклепка. То есть если у нас точится вот этот ролик, или его сломает, или он будет очень сильно люфтить, то проблема в том, что этот ролик не поменяется, потому что он на заклепке. То есть верхнюю заклепку можно высверлить и просто на винт, на длинный, посадить верхний ролик. То есть его можно поменять. А вот эта часть пластмассовая, ее поменять нельзя. И вот здесь вот у нас, если она сломается, ее поменять нельзя. И самое главное, что нельзя поменять ролик, потому что он на заклепке. Поэтому периодически чистите, не допускайте, да, вот такого состояния, как сейчас у нас этот переключатель. Видите, сколько грязи. Потому что тогда он быстрее портится и быстрее изнашивается от того, что песок попадает. Поэтому SRAM-овские переключатели работают очень хорошо, очень четко. Но, к сожалению, именно X3 модель, это на 6, 7 и 8 скоростей она подходит. Она, к сожалению, не ремонтопригодна.